Люди, здорово! Сегодня шаха. Сейчас будем снимать шаху, будем жопу тянуть. Шаха на лайв-канале была, но там такой обзор был 5-минутный, поэтому на лайв-канале кто-то спрашивал, почему на лайв-канале в основном. Потому что тут было не о ремонте, то так, там обзорчик 3 минуты. Сегодня будет какой-то там это, обзор и тянуловки шаху. Сейчас Жека на стапель зажмет, уже вторую лату зажимает, а потом на другую сторону придет, там зажмет и будет тянуть. Хочу вас попросить, пожалуйста. Блин, камеру низко поставил. Хочу вас всех попросить, пожалуйста, не задавайте мне вопрос, почему я не работаю, почему стапель пустой, почему я машину не делаю. Блин, люди, ну блин, что хочу, то и делаю. Стапель мой, что хочу, загоняю, что хочу, не загоняю. В общем, это, я вот так вот, вот работать там надо, а я вот ради вас только приехал снять снять ремонт по шахе. Пожалуйста, нет, не спрашивайте. Так надо. Это примерно может, та история, как была с гаражом, когда я там редко видео давал, короткие давал, а потом буш про гараж вывалил видос вам, расклад. Может и тут такая ситуация. Ну тут тоже такая ситуация. В общем, сейчас Жека зажимает и будем тянуть, я к вам складки пару покажу, там пару, как Андрей Бещенков говорит, заломы прям заломы там до смерти. Сейчас идем смотреть. Жопку получила, крылышко немного поломалось, надулось. Дырки. Складка на солдатике. Так, сразу подсветку рубанем. Складка, дырка. Ну так, в принципе, можно сказать, новая. С одной стороны. Сейчас Женька зажимает. Тут это, вот тут дырка была, заварили. Короче, поломала. Панель поломала, эту сторону все больше сломала. Здесь зазора нет, но здесь дело в том, что вот эта линия, ну здесь момент один плохой, подбить надо. В принципе, эта линия и эта, ну видно, вот здесь, например, даже меньше, чем здесь. Здесь, по сути, тащить не надо. Ну, то есть, вот это все оттягивать не надо. По сути, можно крыло вырезать и новое просто оттянуть и приварить, потому как, если видно, здесь его, я не знаю зачем, на 8 мм вперед подали, когда варивали. Вот даже дверцы нифига не совпали. Но Женька все равно потянет, потому что так надо. Это родное крыло. Это не родное крыло, это мининое крыло. Это родное крыло. Мининое. Женька доказывает, что это родное крыло, где отверстия нифига не совпадают. А точка? Что? Точка. Да они контактной сваркой Бещенковской варили. Дырка вот не совпадает. Нет. И мне кажется, это родное. Родное? Родное, только цвет другой. Не знаю, родное, не родное, но здесь вот явно почему-то. Ай, блин, там еще двери. Гуля он. Не знаю. Ладно, родное. Завод лоханулся, с кем не бывает. Но если оттащить, чтобы здесь был нормальный зазор, тогда здесь будет палец пролазить. Так, то фигня. Крылья два меняются, панель меняется, дно меняется, усилок меняется, лонжерончики эти меняются, усилители багажника, там, не знаю, как вы их называете, две лодки меняются. Вот так выглядит один лонжерон. Интересно, почему у нее просто все... А, это просто покрашено. Это, я смотрю, этот красный топока, фиолетовая какая-то. Ну, так покрасили, ладно, бывает. Значит, так от удара тут днище немного оторвало. Лонжерон один вот как выглядит. Вот так выглядит. Это замена. Это тем более замена. Ну, на, немножко вытянуть, чтобы брызовики стали на место вот эти два. Чтобы вот тут короб подошел немножко. Хотя он на месте. Ну, короче. Вы что помните, вытягивать это всегда интересно, поэтому сейчас будем вытягивать. Крыло меняется. Все меняется. Сегодня на закупку этого всего не поедем. Может, завтра Женька поедет, купит и расскажет нам цены хоть. Почем каждый элемент стоит, потому что я в упор не знаю, что почем. Ждем, пока Женька зажмет машину, а потом будем вытягивать. Спасибо всем, кто был на трансляции. Ну что, нормально идет. Уже зазор есть. Какая мягкая. А ну спусти, я пройду. Ну давай, мы сейчас поэкспериментируем. Ты тут тащи, сколько качков надо, чтобы зазор сделать. Ну или тут еще... Не отбей, может, о, будет. Да я не отбить, оно замком бьет. Все, перетащил жопу, теперь не закрывается замок. О, зазор какой большой стал. Вот.
Здесь очень большой. Теперь здесь вот замок. Ригель уехал, замок не закрывает. Тащи. Смелей. Тащи. Давай. Что там тащи? Не знаю, по-моему, стекло заднее выпадает. Давай. И, по-моему, сапожок уже оторвало. Красиво, красиво идет. А ну да, а ну это, еще раз. Оно и там все идет, кстати. И на другой половине идет. Ты стучать уже будешь? Ну какой зазор огромный. Где? Ну как у десятки теперь стал. Как у российского автоваза стал. О, теперь сапожок тебе проще отделять. Оторвало. А что ты стекло подал? Да я пошутил. Здесь эту штуку немножко тоже туда, наверное, подзагнуло. А, и вот загнуло. Это снять надо. Ну да, зазор теперь вот. Так, пальчики нельзя сувать, когда закрываешь полностью. Что? Ну потому что гидравлика оборвется, палец прижмет. Ты снимать будешь? Я сниму. Так, мне надо пойти с людьми пообщаться. Кто не в курсе, у нас там прямая трансляция идет. В ВК. Ну, как видно прямо отсюда. Прям читать можно. Так, хоть бы не оторвало. Ну все, сейчас простучать будут как ровный. Поздравляю всех, кто был сегодня с нами на стриме. Всех поздравляю. Чудный сад покупал, топтул 108 миллиметров 2200. Хороший набор. Сейчас Женька там разберет немножко. Тут ситуация не улучшилась. Это петли болтаются. Это норма для нее. Тут немножко. Ну, надо уже надо простучать и переходить на эту сторону. Еще тянуть будешь, нет? Ту сторону, наверное. А эту не надо уже тянуть? А мне кажется, это уже не надо. Сейчас ну, вот прогупать все. Ну, прогупай. Тут зачем? Ладно, пусть Женька прогупает, сейчас перейдет на эту сторону. Эта сторона вроде старее здесь раз. На этой стороне, может, интереснее тянуть будет. Вот, перчатка нашлась. Эта сторона поярче будет тянуться, потому что она будет разрываться, рваться. Сейчас комменты пойдут. Нафига такую рухлядь делать? Они у нас по 100 долларов. Вот я люди любят вас за такие комменты. У нас она 100 долларов никак не стоит. Ладно, пусть стучит. Не будем отвлекать его. Значит, мы немного подтянули. Женька тут немного постучал. Его сейчас в идеал, конечно, выравнивать не надо. Когда машина приехала, по-моему, у нее зазоры были нормальные. Только фартук был завален. Сейчас, после вытяжки... А, нет, он и был большой. Здесь, по-моему, это был нормальный. Теперь здесь зазора вообще нет. Теперь вот где кончик крыла должен быть. Теперь на 1.5 сантиметра это надо будет оттащить. Но то фигня, то когда тут будет подтаскиваться, она по идее отойдет, а не отойдет, пофиг, все равно крыло меняется. Открутил. Вот с этой стороны стал вот такой шикарный зазор. Миллиметров 6 вот тут. 7 даже. 7. Ну, то есть, в принципе, хороший зазор. Просто перед вытяжкой, ой, перед сваркой, да, можно было на ней, конечно, крылья обрубить и это, и набрать ее нормально заново, но, блин, надо вытягивать. Вот Джек повытягивал, вот разровнялась, дырка новая нашлась, вот здесь подровнялась. Ну, надо вытягивать. То есть, с одной стороны мы вытянули, теперь можно обрубовать это крыло, но сейчас мы с вами пойдем в другую сторону вытянем, или Женька вытянет. В другую сторону вытянет. Ну, а потом он уже будет обрубовать, а я уже уеду. И видео кончится. И немного вот это... Вот, ой, вот эта полка с той стороны полностью уже вышла. Даже она немного должна быть сюда. Вот она так и есть под наклоном. Идет сюда. Приспособу покажи. Сделано на скорую руку. Все, засовано. Ладно, сейчас продолжим. Идет процесс вытяжки второго лонжерона. А что ты тут стал? Охренеть. А. Так ты все перекрыл. Все так подходит.
Ой, отрывает жопу. Ух ты, смотри, смотрите, тут зазор был 2 сантиметра, теперь здесь нету. Так крыло почти выровнял. Слышь, нафига его менять? Здесь надо немножко отПДРить. Да его менять не надо. Я знаю, деда преаниматор бы точно отрихтовал бы с поттером. А здесь зазор был? Нет, здесь зазор был минимальный. Маленький-маленький. Сейчас снимем этот ригель. Посмотрим, как оно получилось. Не, ну радует, что это. Слушай, так натуре. Слышь, а может это? Не надо его менять? Здесь, по сути, вот бугор бить. Вот бугор, и вот это место одно отрихтовать надо, и все. Ну, на самом деле гнилое. Вот там гниль, поэтому мы его менять будем. Клиент хочет менять его. Это не перекуп вариант. Эта машина делается для себя. Что, 1.5 сантиметра? Норма. Все. И тут сантиметр. Тут 1.5. Пальцы засовывать не надо, потому что может гидравлика рвануть, и тогда это лавка будет. Зазор уже здесь больше, чем вот здесь. Это уже неправильно. Это сейчас только тянется, чтобы внутряк расправить. Чтобы вот тут весь внутряк подправить. Блин, хлопнуло. Усаживать надо будет. Короче, о, вышло. Мне кажется, если бы Андрюха увидел это крыло, сейчас он бы сказал, не надо менять. Да, он будет менять. Это Ванька бы сказал, не надо менять, оно хорошее. Это перекупы бы сказали, не надо менять, оно хорошее. Да, жопу все поразрывало. Что, ну тут надо стукнуть, не понял? Или... А нахер у меня? Я не знаю. Все равно. Ну все, вот эта полка вышла, кстати. Вот это вышло. Конечно. Тут был залом. И вот это вышло. Ну все тогда. Отпускай, и можно срезать. А ну да, я на ту сторону перейду. Блин. Сейчас отвечу. Я думаю, так. И беда. Это отпущено. Ну, это понятно, не закрывается. В принципе, зазор стал, прикиньте, ровный. Ну, он действительно ровный, что здесь, что здесь. В принципе, это крыло отрихтовать немножко, и можно не менять. Но оно меняется. А здесь он, по сути, я не знаю какой. Здесь крыло немножко какое-то вывернутое, вот вывернул. Но, по сути, если взять там, например, 12 мм, а здесь 15, а здесь 10, то, в принципе, он-то и нормальный. Не, ну понятно, но... Не, ну понятно, ну крышка вот так сместится. Ну, в принципе, ничего, такой зазор на кончике, только вот кривой, потому что или надуло, или здесь так и было. Не, надуло. Все, стаканы ровные. Ну, там они надутые были, стаканы надуло. Вот эту полку примерно вот там одно место выровняло. Та, низ все равно полатается. Можно все срезать нафиг. Зазоры... Ну, это крыло тоже, как бы, ну-то, в принципе, и нормальное, я бы не сказал бы, что плохое. Но оно гнилое, но там куча шпак на нем, клиент. Это не перекуп, это своя машина, поэтому человек хочет набрать полностью всю новую жопу. Значит, после вытяжки здесь. Ну, здесь такой он, конечно, маловат. Но я вот смотрю, вот здесь немного больше, чем здесь. Поэтому здесь тянуть не надо, здесь просто надо крыло подыграть туда. Ну да, здесь сапожок варили, здесь судить вообще ничего нельзя. Здесь вот, короче, так поварили. На другой стороне не знаю, что после вытяжки случилось. А другая сторона, в принципе. Дверь не закручена. Ну, она и дверь падает, да. В принципе, большой такой, хороший. Здесь тоже уже будут подыгрываться. Ну, вот эта линия сама. И теперь здесь больше, чем здесь. Ну, ничего страшного. Резиновым молоточком дык-дык-дык.
А, ну да, здесь и молдинг. Вот так, если по этой отбортовке смотреть, то видно, не видно. Вот железка, молдинг нифига не параллелен тому выступу. Здесь или отбить туда, или подбить, тогда будет параллелен. Поэтому все класс. Порвало, не порвало. Не, не порвало. Вот маленькая складка была. Надо подстучать по ходу. Не порвато. Обычно уже гуляй, здесь же лопается. И здесь лопается. Здесь тоже вот складочка. Ржавчинка, подкраска. Уже гулей у всех вот здесь лопается. Не бывает же гулей, чтобы не было вот такой штуки. И не бывает же гулей, чтобы не было вот такой штуки. Тоже полопанной вот. Это у всех тут вот, вот так делает. И вот это вот так. Здесь редко лопается. Здесь пластилином замазано, убираю. Следующий этап на машине пойдет полностью. Обрубка днища, лонжеронов, лодочек. Крылья полностью. Я вам потом сниму, когда уже будет все полностью обрубано в ноль. Спасибо всем, кто с нами был сегодня в ВК-трансляции. Вся эта вытяжка была в прямом эфире. Планшет был там, короче. Все смотрели, кто был с нами в ВК-трансляции. Всем спасибо. Всем удачи, всем пока. Единственное видео за день больше не будет. Хотя на лайв-канале, по идее, может будет покеда. Ну, поняли, да? Обрубается, я потом видео сниму, а потом еще сниму видео, когда наборка будет идти.